Михаил Бухаил. Давай, рассказывай, что ты с этой лопатой хотел сделать? Я же сегодня впервые в жизни Джек Дэниелс попробовал. Угу. Ну и стою, винный погреб копаю. Ну, такой, чтобы 6 метров вниз. Угу. Все как положено в шале в приличном. А получилось, что ты сделал? Первым копком, черенком себе лоб расфигачил, да? Да. Миш, а ты не можешь просто бухать, а? Без своих этих графских замашек. Аристократы кротам писюн не показывают. Как дала бы честное слово. Привет, привет, привет. Ой, Катечка, 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 прикатечка, Катюшечка моя приехала, родненькая. Ой, это чмо носатое привезла с собой. Ой, ой, на солнце перегрелась, простите, перепутала. Сыночка, 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 сыночка мой приехал. Чмо носатое привез с собой. А вы что, приехали? Вдвоем. Слушай, да немного выдохнуть захотели, правда? Это отдохнуть, хорошо, да. Там правильно. В Москве сейчас просто невозможно. Эти новости давят постоянно. И давят, и давят. Потому что там эти сказали этим это, а эти в ответ сказали им это. И причем эти пообещали этим это, но эти этого им не дали. И поэтому эти поехали к этим через Стамбул. Ну а вы-то тут как это переживаете? Да мы бы это сильно переживали, если бы я поняла, что ты сказал сейчас. Как? Вас что, вообще новости не волнуют? Там такое творится, там Швеция в НАТО собралась вступать. Ой. А я вчера чеснок чищу. Вспомнила, что у тетки Лерки день рождения через неделю, 48 лет. Ну не юбилей, но все равно ж поздравить надо. Ага, думаю, ну что подарить? Вспомнила, у них, значит, ванная, а задвигайки в ванной нет. Вот. Ну, я говорю, задвигайку подарим. Я говорю, Миша, какого цвета у них там ванная? А он говорит, а я, ну, на своем. И я, значит, это самое. Говорю, ну, Толику позвонишь, узнай. Он же ж наверняка знает, какого цвета. Он позвонил, вот, это, Толя перезвонил только через неделю. Ага. Ну, забухал это все. Я говорю, Толя, какого цвета у вас там ванная? Он говорит, а я... Вот. Это. Я говорю, ты что, не знаешь, какого цвета ванная у вас? Он говорит, ну, вроде синего. Ну, мы попердосили в город, значит, за задвигайкой этой, купили. Вот. А она в багажник не влазит, зараза. Ну, никак. И я 40 километров вот так ее на крыше держала, ехала. Приезжаем к ним, а у них дом сгорел. Да. Толик стоит весь в волдырях. Лерка лысая стоит, воду пьет, а мы со своей задвигайкой. Какое нафиг НАТО, Катя? Вот здесь вместо теплицы вертолетную площадку построим. Ну, чтобы иностранцы прилетали за моим вином фирменным. Не, мам, я, конечно, понимаю, что вы далеко от столицы живете. Mm-hmm. Но вы за новостями вообще, что ли, не следите? Там сейчас в Америке дефолт намечается. Yeah. Это обрушит все деньги мира. Вы об этом не думаете? Тетка Ленка мне позвонила. Говорит, у нас там соседка померла. Если вам земля нужна, приезжайте. Там облагородьте ее, обработайте. А я в кадастровом напишу, что вы мои соседи. Mm. В общем, мы поехали. Земля хорошая, но неухоженная. Давай ухаживать за ней. Миша крота купил, всю землю замерошил. И где есть кроты, и где нет, дуралей. Да? Ну, ой, боже ж ты мой. Я, значит, дорожку вот эту тротуарную, фонари втыкала. Последний фонарь втыкаю, он не втыкается. Я, значит, копнула, а там нога. Копнула еще раз, а там голова. Что? Ужас. Так получается, это Ленка, скотина, соседка. Она, оказывается, соседку тяпкой порубала и закопала. Она нас все захотела спихнуть. Гадюка в калошах. А ты мне про какой-то дефолт в США говоришь. А я вот сильно бухой, если вот здесь хочу теннисный корт. Не, я сам играть не умею, мне для статуса чисто, чтобы иностранцы прилетали. Такое чувство, что вам в регионах вообще наплевать, что там в Москве происходит. Это вам важно, что там у вас происходит. Это вам наказание за вашу красивость. За ваши эти мерседесы, доставки и панические атаки бонусом.
Думаете, я не слежу за новостями? Не знаю, что этот Эрдоган во втором туре победил для ощущения выборов? А зерновые сделки, они выгодны всем, кроме нас. Этого Такера Карлсона к чертям с Fox News погнали, и он сейчас на Твиттере шоу делает. Все это я знаю. Мне это все не интересно. Мне интересно, что у Ленки Андриенко дочка младшая негра родила. Дитё поехало на Олимпиаду по биологии за Россию. И на банкете ей какой-то 50 Cent приписюнил. Не знаю, Эрдогана, может, я никогда и не увижу, а негра вчера в продуктовом видела. Да тише, он не спит же, ну ты чё? Сейчас умрете со смеха. От создателей игры. От продюсеров КВН. Новое большое юмористическое шоу. Все очень здорово. Насмотрелись вдоволь. Мы про соски или про что? Которое могло появиться только на ТНТ. Органы опеки пришли забирать ребенка у очень плохих родителей. Это твоя команда. Лига городов. 17 сентября в 9 вечера. Премьера на ТНТ.